Туристку, пострадавшую в Грузии, скоро привезут в Челябинскую область. На родину ее планируют доставить в начале февраля. Девушка уже может обходиться без обезболивающих и сгибать ноги. Сейчас ей делают массаж для разработки мышц. Если удастся найти специальный вакуумный матрас, то пострадавшую транспортируют после 6 февраля. Сейчас семья ждет ответа от российских клиник, которые готовы принять ее на реабилитацию. Между тем, Министерство здравоохранения Челябинской области считает, что в специализированной помощи девушка не нуждается. Ей требуется только покой. Напомним, ЧП произошло 3 января. Уроженка Челябинска отдыхала в Грузии. Во время экскурсии девушка упала с 20-метровой скалы. Оказалось, что у туристки не была оформлена страховка. Денег на лечение не было. На операцию и реабилитацию собирали всем Челябинском.